Еще думал взять пилу, бензопилу. Нет, думаю, не поеду сюда. Твою мать. Груздей набрал чуть ли не ведро. Тут вот быков можно засолить. Те, которые поменьше. Можно найти сплошь на дороге, вон там стоят. Ладно, придется топором растащить. Ну вот лесная дорога, она и есть лесная. Конечно. Если каждую... Не сдал. Если каждую... Валежину убирать, то... Дальше-то чего? Ну ладно, посмотрим, стоит ли дальше ехать. Ну вот, друзья, 50 метров дороги расчищено. Можно дальше двигаться вместе с елками. Говорят, переплыли, да? Ну, там точно плавать надо. Ладно, смотреть пойдем. Ну, конечно, тут со риском можно было, но... Что-то нет желания. О, сколько обабков-то. Вау! Красноголовики. За трактором отсюда далеко бежать. Там тоже красноголовик стоит. Это бабок маленький. Так, через чащу надо идти. Ой, сквозь чащу продрались. Там вон что-то виднеется. Щеточки. Опа. Шишечки. Блядь. Извините. Фух. Ну вот.
Это то, к чему приехал и пришел. Так, рюкзак скидываем. Знакомство с этим местом. Вот ясно. О, подъезд какой. А то не могу в следующий раз. Если что, поеду. Пятки. Он тоже. Опята стоят. Много грибов. Ну ладно, съемку кончаем, надо. Надо же определяться, время-то уже вторая половина дня. Пробегал за грибами. Ну вот это мыть все надо. Коварчик. Ой, да что ты, щетка с гематитом. Здесь тоже, видите как. С одной стороны чистенько, с другой гематит. Интересно. Ну, это подобрал кто-то, выбросил. Вот это вот. Животку сфотографирую. Ну, тут всякие каляки-маляки. Их тоже мыть надо. Это щетка с гематитом. Пойдем дальше. Вот еще всякие тут небольшие разности. Тоже мыть надо все. Значит так, тут старый отвал смотришь, да и все тут. Дедовский. Ну вот это интересно. На солнышко. Вот такая животка небольшая.
побежала. Что-то куда-то убежала. Ну да ладно. Прекрасная маркиза. Все заросло, все заросло. Как начнешь на камеру снимать, так ничего доброго не выкатится. Времени нет. Пробегал вот за грибами. Все. Посмотрим, что хоть там, чтобы представление об этой копии какое-то иметь. Вау. Вот кто-то тут уже занимался. Занимался. Вот это я что-то не видел, подошел-то сначала. Опа. Ну что? Да что, что? Они что? Еще одна ямка. Ладно, опускаться не будем, время терять. Yeah.
Мухоморы. Животки. Да елки. А это уже фантомное. Решил заскочить. Воды полная. Вау. Ну вот сейчас грибы добавлю, раз никого нет здесь. А так удобно, костровище тут. А тут это самое. Ой. Старая, наверное, только. Вот это тут ничего вроде. Старые грибочки. Ну вот один. Бабок к тем добавим. Ну как, заехал, так надо тюкнуть что-то. Так, чтобы что-то выпало. Не радость. Я уж говорил, сопливых вовремя целуют. Зимой 5 лет назад. Thank you.
Ну ладно, поработаю. Если что-то найду, покажу. Ну как, кварчик блестит. Ну вот, интересный образец кварца. Может, вам и докагематит там появится. И еще два малюськи. Их отмыть. Посмотрим. Простите, о, засверкало. Ну, это кусочек кварца с гематитом.